Друзья, а вы знали, если наматывать стекло, наклеить скотч, то оно становится прозрачным. Ну что, давайте проверим. Конечно, видно не идеально, но все же видно. А сейчас давайте вместе с вами прокачаем обыкновенный веник. Поехали! Ну вот и все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра, друзья. Пока.